польский астрофизик Мариуш Тарнопольский отыскал ответ в науке о том, сколько будет стоить биткоин в 2018 году. Тарнопольский использовал физическую модель, основанную на дробном броуновском движении, и результат расчетов стал его прогнозом. По словам Тарнопольский, биткоин достигнет цены в 6358 долларов в начале 2018 года. Его предсказания соответствуют прогнозам экспертов крипторынка. Отметим, что он не первый человек, который предсказал рост цены биткоина. Недавно исследовательская группа из Массачусетского технологического института использовала байесовскую регрессию для прогноза изменений на крипторынке.